А можешь показать, вот как батюшку посмотреть? Где? Это мой отец. Дмитрий? Какой? Брат такой длинный. Не, просто я вместе с ним там в мастерской там просто. Твой отец же не алтарничает. Там один алтарник. Где? В алтаре. Да? Не по алтарничает. Против православных в автобусе. Я пошутил. Можешь хотя бы одну фотографию показать? Я могу тебя показать. А? Тебя хочешь, покажу? Давай. Кто-нибудь сказал такого? Чего-нибудь такое про церковный что-то, а ты мне то что-то сказал об этом. Скажи что-нибудь мудрое. А? Теперь хочешь, скажи сейчас. Подожди, я еще не готов. Я придумаю, скажу когда. Так, что? Сейчас начнем говорить. Давай. Пора читать. Да? Канон пора читать. Слава Господи Святому Воскресению Твоему, Всесильному Христову Божеству, как и не дивимся, от страстей во всем верным без страсти не тление та чашу, от ребра же святаго источник бессмертия скапающую, и живот из гроба присну сущный. Слава Господи Святому Воскресению Твоему, яко благолепен же нам ангел ныне явися, светлые нася образы естественные, невещественные чистоты, зраком же возвещая свет воскресения, завы и воскресе Господь. Слава Господи Святому Воскресению Кресту Твоему, Пресвятая Богородица, спаси нас, Пречистая Богородица, воплощайся, Пресносущное Пребожественное Слово, по очищества родши, поемте. Пресвятая Богородица, спаси нас. Гростя живоносен, всемирного ископающий сладость спасения, Дева Христа, Христе Руди. Пресвятая Богородица, спаси нас, просвети душу мою, ум и сердце, премилостивая Мать Божия, и дашь мне дар воспеть тебя, крепкую предстательницу, благих ходатайцу, в печалях сладкое утешение. Пресвятая Богородица, спаси нас, облак святозарный явилась и преподобному Иоанну Дымскину, и когда молитву его скоро услышалась, и отсеченную десницу его здраво сотворилась. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Пресвятая Богородица, спаси нас, в ней согласно торжествует все концы земли, вкупе тебя воспевающую твердую помощь и хранительницу в жизни нашей. Пресвятая Богородица, спаси нас, твою всечестную чудотворную икону, три ручицу, стяжавшую святая обитель Хиландар, вопиете, радуйся, стену нерушимое и крепкое заступление обители сия. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! И ныне пресны во веки веков. Аминь.